Объявление. В транспортную компанию требуется главный бухгалтер для организации обеспечения и контроля правильности и своевременности отражения финансово-хозяйственных операций в системе учета и для ведения бухгалтерского и налогового учета трех юридических лиц. Требуется своевременная сдача отчетности в контролирующие органы. Компания специализируется в области перевозки грузов автомобильным транспортом в международном сообщении. В магазин автозапчастей требуется сотрудник, уверенный пользователь ПК, знающий устройство автомобиля с образованием не ниже среднетехнического. Резюме с фото отправлять на почту. Объявление. Выкупаем битые авто после ДТП. Все вопросы по телефону. Продам Ford Fiesta в отличном состоянии. Все работает идеально. Резина зима-лето. Возможен торг. Срочно продам Ford Mondeo без аварий, требует небольших косметических вложений. Купим авто ВАЗ, иномарки, аварийные, кредитные, залоговые, наличный расчет. Объявление. Продам iPhone 5s на 16 гигабайт, полный комплект, идеальное состояние, наушники не использовались вообще, телефону год с небольшим, до 11 iOS не обновлен, от iCloud отвязан, возможен торг, обмен не интересует, в подарок отдам чехлы. Продам ноутбук Samsung RV511 в хорошем состоянии. Двухъядерный процессор Intel Core i3, оперативная память на 8 гигабайт. Продам морозильную камеру Posys в отличном состоянии. Объявление. Добавляйте свои объявления на сайтах orsk.ru, ntsk.ru, gai.rf и 1743.ru, и, возможно, в следующий раз в эфире появится именно ваше предложение. Объявление.